Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня видео для вас из серии «Находки из металлолома». Нашел я у нас на приемке параллельки инструментальные. Кто как бы в теме, то знает, что это такое и для чего они предназначены. Вот. По прямому назначению я их вряд ли уже буду использовать, потому что трудности будут с восстановлением. А как обычные подкладки, обычные параллельки станочные, то вполне они сгодятся. Потому что материал хороший, они уже, естественно, с термичкой закаленные. Останется мне их просто облагородить, шлифануть, как чисто. И еще послужат. Вот, примерно вот так они выглядят. То есть, ну, с этой стороны. Закисшая, ржавая. Вот эти штифты, что были в них запрессованы. Я с горем пополам добыл, и обратно как-то они вряд ли уже пойдут. Вот, я их планирую сейчас очистить щеткой железной. И пошлифовать как чисто со всех сторон. Ну, естественно, в паре эти со всех сторон. И в паре вот эти прямоугольные. По прямому назначению они примерно вот так собираются, штифтуются. Между ними зажимается деталь обрабатываемая. И за счет того, что деталь у нас идет сырая зачастую, а параллельки каленые, то есть мы можем эту деталь напильником снимать до тех пор, пока... Ну, не выровняемся с плоскостью параллелек. Соответственно, по параллелькам напильник у нас скользит, а деталь обрабатывается. Ну, сейчас щеткой железной немного это все поснимаю, чтобы круг сильно не засаливался этой ржавчиной и резюкой. Вот. И идем на шлифовку. Будем шлифовать. Так, пару минут болгарской музыки. Посбивал ржавчину, так чтобы не тащить на станок всю вот эту грязюку. Вот, и все, идем на шлифовку. Плита у меня свежепошлифованная, так что будет все четко. И буквально так освежить, навести блеск. И еще послужат, почти по назначению. Толщины оказались не совсем, они одинаковые. Это крайняя толща будет. Ну что, мы их сейчас выровняем в паре, будут одинаковые. Две с половиной десятки с одной снял. Можно было, конечно, перед тем, как шлифовать, померить. Не ищем легких путей. Уже две беру. Да, где-то две с половиной десятки раз. Кружки так напилил нормально. Хорош, меня устраивает. Такую чистоту станочек дает у меня. По каленому, конечно, приятно работать. Сейчас переворачиваю и почищаю вторую сторону. Тут уже, я думаю, быстрее дело пойдет. Тут видите, два пятнышка остались, все одно, второе. Я думаю, нет смысла сдирать еще какие-то пару десяток ради того, чтобы выгладить его уже до блеска.
Итого 3 соточки на эту сторону накатал. И то в основном из-за того, чтобы просто темноту убрать вот эту от коррозии. Так, вот так это выглядит. Такие тут ямы образовались. Какие ямы тут у нас имеются. Это таки напильником сшаркали. Сейчас кружок перезаправлю. Буду сдирать. Я на что-то похоже. Тут тоже пришлось содрать нормально. За счет того, что вылезли две ямы. Так, и вторая. Ну, чуть-чуть оставил все равно. Ну что, готово. С этими все, такая чистота получается. То есть у нас с четырех сторон уже пошлифовано. Что-то уже похожее на оснастку. Сейчас маленькие еще шлифую, эти вытру. Маленькие шлифану с четырех сторон. И будет готово. Так, четыре стороны готовы у меня. Сейчас по микрометру вымеряю, какие толще две. Потому что все-таки сечение у них квадратное. Лучше сделать, чтобы они были одинаковые геометрически. Сейчас нахожу ту толщину, где больше, и сошлифовываю по микрометру. Будет все четко. В общем, вот такой получился у меня результат. Вот эти две я по микрометру выровнял. Сделал четко в один размер. Эти тоже вы видели. Тоже все аккуратненько. Вполне себе достойная оснастка получилась. Так, сейчас при вас промерю. Посмотрим, что получилось. Так, 24,9 получается. Сотки не доходит до 24,9. По сути, тут то же самое. Так. И отсюда. Все там четко. Самое интересное, вторую же надо.
Окей. Чи не окей? Так, с большими все ясно. Так, и тут. Маленькие вышли тут без. Без 0,6, 21. Пять. 44,5. Без 5,5 соток 21. Вот тут то же самое. И тут то же самое. Так что вот такие дела. Так, и удобство вот эти померить. Мне интереснее всего вот эти места, потому что они так чувствовалось, что искра была идет именно по краям. Ну, вроде и массивная, но на 0,5 до 40. Губки тоненькие, на них неудобно.
Я думаю, такой результат более чем. Так что вот такая получается оснастка. Трудно поверить, что не так давно это валялось где-то под ногами, под снегом. Но мне еще пригодится, послужит. Как раз и размер такой удачный. Мне таких как раз и не хватало. Вот такие дела. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем всего доброго. Пока.